Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Продолжая тему летней выпечки вообще и выпечки печенья с ягодами и фруктами в частности, я предлагаю вам сегодня следующий рецепт. Очень вкусное рассыпчатое песочное тесто на сметане, и в качестве наполнителя я возьму курагу. Можно использовать абрикосы или любые другие фрукты. А не в сезон, можно взять варенье или джем. У меня на канале уже есть рецепты печенья с ягодами и яблоками. Ссылку я оставлю под описанием под видео. Там же вы сможете увидеть список ингредиентов для сегодняшнего печенья. Отмечу, что количество сахара берите по вкусу. Все продукты для теста должны быть холодными, прямо из холодильника. Масло для удобства я нарезала небольшими кусочками. Добавляю сюда немного соли и ванильный сахар. Обычный сахар и муку. Муку я сразу всю не буду добавлять. Добавлю сначала большую часть, а потом при необходимости доведу тесто до нужной консистенции. И теперь превращу все в крошку. В получившуюся крошку добавляю яйцо, сметану и пол чайной ложки без горки соды, которую можно заменить одной чайной ложкой разрыхлителя. И замешу тесто. В процессе, глядя на консистенцию теста, я буду добавлять муку. Добавление муки контролируйте сами, так как ее количество зависит и от размера яйца, и от густоты сметаны, которую вы взяли. Готовое тесто выкладываю на стол, отделяю небольшой кусочек и раскатываю колбаску. Придаю ей плоскую форму. Толщина должна быть где-то около 1 сантиметра. И ложкой делаю такой желобок. Выкладываю в него половинки кураги, которые я освободила от косточек, и слегка вдавливаю. Подровняю и посыпаю сверху сахаром, который можно смешать с ванильным сахаром или с корицей. И теперь перекладываю эту полоску на противень. Можно ее испечь целиком и потом уже разрезать на печенье, а можно сразу поделить на кусочки. Далее я отщипываю от теста небольшие кусочки и скатываю в шарик. Далее делаю в каждом шарике углубление под размер половинки кураги или абрикоса. И помещаю сюда фрукты. Посыпаю сверху сахаром и перекладываю на противень. Отправляю печенье выпекаться в духовку, заранее разогретую до 180 градусов, примерно на 20 минут. А вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовому печенью даю немного остыть на решетке. Полоски разрезаю. Ну вот, мое чудесное летнее печенье готово. Оно очень вкусное и ароматное. Снаружи оно получается хрустящим, а внутри мягкое, с приятной кислинкой кураги. Обязательно приготовьте и попробуйте. Если вы любите более сладкую выпечку, добавьте сахара побольше. Вместо того, чтобы просто посыпать печенье сверху сахаром, можно сделать так называемый штрёзель. Это крошка, которая состоит из масла, муки и сахара. Это сделает печенье еще более хрустящим и аппетитным. А если вы любите более пряную выпечку, добавьте сюда корицу, немного кардамона и молотый имбирь. Смотрите также на моем канале другие рецепты летних блюд, в том числе и выпечки, с ягодами, фруктами и овощами. Спасибо всем, кто смотрит мои рецепты, а также не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт, и пишите комментарии. А я желаю всем приятного аппетита
удачных экспериментов на кухне, а мы увидимся в следующих видео.